На Кубе, похоже, нашли свой способ профилактики коронавируса. В местных аптеках на разлив начали продавать мед с прополисом. Кубинцы уверены, пчелиный антисептик хорошо укрепляет иммунитет. Возможно, в результате этого Куба и вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19. С начала пандемии здесь около 1700 заболевших. О том, какие еще меры предпринимает местное правительство и как они работают, расскажет наша землячка Мария Серова, которая работает в столице Кубы, Гаване. Привет, Тюмени, солнечной Кубы. Меня зовут Маша, я живу на острове Свободы, руковожу туристическим агентством. И сегодня я расскажу, как у нас дела обстоят с коронавирусом. 24 марта Куба закрыла свои границы. Все туристы, находившиеся на острове в этот момент, были вынуждены его срочно покинуть. Кубинцы, которые были за рубежом, вернулись на родину. Сейчас на Кубе нет ни одного туриста, и даже некоторые крупные отели временно переоборудованы в центры изоляции, а сотрудники сферы туризма помогают участковым врачам и полицейским. Правительство принимает различные меры для предотвращения распространения заболевания, и правила меняются в зависимости от провинции. Так, в некоторых городах нельзя выходить из дома без уважительной причины и без медицинской маски. В других городах введен комендантский час, и на улице нельзя появляться после 8, 9 или 10 часов вечера. Выходить, впрочем, особо и некуда. На Кубе закрыты рестораны, музеи, крупные магазины, пляжи, дискотеки и другие места скопления народа. Кубинцы соблюдают рекомендации правительства и остаются дома, тем более что штрафы в некоторых случаях могут достигать 15-20 долларов. Это существенная сумма для многих кубинцев. Университеты и школы тоже не работают, но обучение для детей продолжается по телевидению. Государственные каналы запустили образовательные программы для детишек разных возрастов. Многие компании стараются перейти на дистанционную систему работы, следуя европейскому примеру, но в условиях кубинского интернета это не всегда просто. По сути, работают только продуктовые и аптеки. В аптеках на разлив начали продавать мед из прополиса. Говорят, он хорошо укрепляет иммунитет. Мы закупаемся и ждем, когда же снова можно будет выйти на общественные пляжи. Ведь этот апрель выдался для Кубы рекордно жарким. Столбик термометра уже перевалил за 39 градусов тепла.